Всем доброе утро, ребят, прогуливался, снимал утренний обзор. Вышел на пляж Лазурный, Лазаревский, Лазаревский 2. И тут всеобщий любимец Виталий отдыхает, как видите. Решил отдохнуть прямо под зонтиком. Солнца сегодня нет у нас, не жарко. Комфортно даже, я бы сказал, купаться можно, народ купается. И вот это вот маленькое дополнение к утреннему обзору для всех любителей данного песика. Он, видимо, еще не проснулся. Такой вот лежит. Судя по всему, ночевал сегодня на центральном пляже. Вчера, кстати, во время эфира, когда мы были на пляже Салют, я показывал, как он проходил. Видите? Лежит себе. И все у него хорошо. Жизнь продолжается. Лето продолжается. Прям просто, в прямом смысле этого слова, спит прямо на камешках. Побухнет. Сориентирую вас, сегодня он отдыхает на центральном пляже Лазаревский, потому что многие там сейчас его очень хотят, все хотят его увидеть. Вот. Только не будите бедного песика. Ему хочется поспать, он устал, старенький уже. Все. Больше. Ох, спортсмены опять побежали. Рассказать мне вам нечего. Видите, опа. Услышал, как бегут спортсмены, насторожился. Что такое? И еще собачка какая-то. Все бегут, и я бегу. Решил Виталий и побежал. Только что спал. Либо это все просто раздел территории. Так, ты чьих будешь? Как бы спрашивает Виталий. И погнал походу потихонечку этого маленького песика. Ну так, по-своявски так, по-дружески. Не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Ну на кошек, как видите, ноль внимания. Такое воспитание. Хотел уже было выключать камеру, мне интересно, чем закончится процесс знакомства. А, это девочка. Поэтому он не стал нападать. Нашел что-то. Что же он там нашел, интересно? Сейчас рыть, наверное, будет, что ли? Ага, нашел. Туалет нашел. Все, добро пожаловать на пляж Калипсо. Виталий пометил территорию. Одно радует, что здесь техническая зона. Всем пока.